Компания «Каравай» – одно из старейших и стабильно работающих предприятий округа. Организация выпускает более 150 видов продукции. Мэр округа обошел все цеха, оценил производственные мощности и выслушал руководство компании, которое, несмотря на экономический кризис, строит планы по выпуску новой продукции на следующий год. Предприятие уверенно работает. Руководитель предприятия, в общем-то, один из немногих, кого мы посещали, очень позитивно воспринимает перспективу, динамику предприятия, оценивает положительные экономические тенденции в развитии этой отрасли. Такие поездки по крупным предприятиям для руководителя ангарской территории уже стали плановыми. Сергей Петров выходит за рамки кабинетной беседы, обходит производственные мощности, изучает оборудование, интересуется качеством сырьевой базы. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понимать, чем бизнес живет, какие у него проблемы, с чем сталкиваются они, как на них повлиял кризис, и узнать о дальнейших путях развития, как себя видят, как себя чувствуют наши предприниматели, большие предприятия, крупные и мелкие. В дальнейшем мы будем ездить, как я уже сказала, не только на крупные предприятия, но и на маленькие. Презентация завода «Семечки от Фенечки» началась с небольшой дегустации подсолнечного масла собственного производства. В широкой продаже его нет. Масло можно найти лишь в нескольких супермаркетах Ангарска. Дальше по традиции небольшая экскурсия. Сергей Петров изучает технологию производства, виды продукции и условия хранения готовых к продаже упаковок. Пускается завод по мере потребности от сырья, ну, от продукта. Почему? Потому что мы не храним на своих складах большой запас, наша семечка не выдерживает длительного хранения, потому что она натуральная. Такие выезды на крупнейшие предприятия округа Сергей Петров будет совершать еженедельно. Все вопросы и просьбы бизнесменов глава территории берет на карандаш. Тем, кто готов и хочет работать на благо ангарчан, гарантирована помощь. И не только в рамках муниципалитета. Увеличение мер поддержки производственников в ближайшее время Сергей Петров намерен обсудить с депутатами законодательного собрания. Наталья Зарубина, Антон Бархатов. Местное время.